Большое новоселье для маленьких ивановцев. После масштабной реконструкции открылся корпус детского сада номер 67 на улице 2 Лагерная. Здание было построено в 1953 году под дошкольное учреждение, но после было перепрофилировано, пока городские власти много десятилетий спустя не приняли решение вновь открыть здесь детский сад. Все ремонтные работы выполнили меньше, чем за полгода. В середине 80-х я ходил в ясли, которые здесь располагались, и очень интересно для меня было, конечно, посещение этого дошкольного учреждения как раз с той целью, да, что убедиться, насколько далеко у нас шагнуло развитие образования в Российской Федерации. В отремонтированном здании расположились 4 группы для 54 детей. Закуплена новая мебель, игрушки. Дошколята провели здесь всего 3 дня, но уже полностью освоились. С удовольствием лепят, рисуют, играют. Комната красивая и теплая. Здесь так жарко, что мы в носках ходим. Благодаря активному строительству дошкольных учреждений в последние годы в Иванове полностью удалось ликвидировать очередь по детям старше 3 лет. Если мы раньше работали в рамках национального проекта «Реформа дошкольного образования», то теперь она завершилась. И все дальнейшие шаги регион вместе с городом, вместе с муниципалитетами делает сам. И важно понять, что процесс не остановился. До конца этого года в областном центре откроются еще 2 детских сада на улице Акулова и генерала Хлебникова. Строительство сейчас идет полным ходом. Я этот процесс контролирую сам лично, и поэтому я думаю, что еще эти 200 мест мы обеспечим. И, конечно, обеспечим дальнейшее осуществление этой программы по развитию дошкольного образования. И поэтому количество мест будет у нас запланировано и на 2017 год. Строительство и введение дополнительных мест в уже существующих дошкольных учреждениях. Также активно будем привлекать и частных предпринимателей, и частные детские сады. Теперь городские власти постараются сделать так, чтобы начала сокращаться очередь для малышей от 1,5 лет. Во всяком случае, потребность такая существует, и многие родители хотят отдать ребенка в сад, не дожидаясь, пока он достигнет 3-летнего возраста. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.